Несколько дней потребуется воркутинским коммунальщикам на приведение города в порядок после суточной пурги. Накануне в городе объявили штормовое предупреждение. На местной авиаметеостанции зафиксирован ветер порывами до 27 метров в секунду, сильный снег и метель. Специализированное дорожное управление, оно отвечает за содержание дорог и улично-дорожной сети, усилено двумя дополнительными единицами техники. Сейчас в городской черте на линию выведено 13 специальных машин – КАМАЗы и ЗИЛы, погрузчики, снегоочистители, самосвалы и пескоразбрасыватели. Ночью работа ведется в двойном объеме. В ночь после пурги провели неплохую работу. Улица Ленина у нас практически расчищена, улица Гагарина расчищена, и работа продолжается. Ночью, как правило, у нас работа более усиленная происходит, потому что нам не мешает автотранспорт расчистки полноценной. В части дворовых территорий сегодня основная часть работ будет, в первую очередь, это обеспечение проезда к мусорным контейнерам во избежание мусорного коллапса. Во вторую очередь, это проезд вдоль всех многоквартирных домов, как минимум, Вадим Нож для проезда спецтехники. И дальше уже плановая текущая работа, это расчистка цоколей, вывоз снега, складирование снега на определенных территориях. Во время самой пурги, сообщает городская мэрия, коммунальщики старались удерживать стратегические дороги, направления в сторону ЖД вокзала, центральные улицы, для того, чтобы горожане элементарно могли добраться до мест первой необходимости. Сейчас ведется постоянный мониторинг состояния дорожной сети. Всего же в заполярном городке около 70 километров автодорог. Примерно половину из них уже привели в порядок.